Никого не слышу. Давай послушаем чуть-чуть. Ты крадешься? Есть движение здесь. Чувак через мост прошел у меня. Окей. Я почти сдох. Еще на мосту должен быть. Иду. Меня зовут Сява, я ебашу ебало. Я вычислю любого, сука, хитрого кидала. Убил его? Нет, он меня убил в голову. Да что за пиз... Ребят, ну что за хрень, серьезно? Что за бред, Вань? Ну как у меня, блин, шлем топовый, он мне с пистолета с обычного. Что, у него ПМ? Игорь, ты где? У него ПМ? У него дробина была. Не, а у него с пистолет есть? Ты с дробиной был открыт. Нет, у него есть пистолет. Пистолет отстрелял, да. Есть пистолет? СР 1 МП. А он тебя стрелял раза 4-5. Блин, ну бред, ну как, все равно. Ну что за бред вообще? Ну что, как это вообще? Елена, а что за смех ты мне прислала? Точнее, что за звук? Кример, что ли? Я боюсь просто на Яндекс.Диске, как бы, и мало ли ты мне... Посмотри, возможно, сгодится. А там можно с Яндекс.Диска прям воспроизводить сразу. Окей. О, да. Бля! Кример, что ли? Спасибо, блин, я оглох. Так, ждем Ванчилу. Ребятки, вы готовы еще к звуку на скример? Леныч прислала. Я не уверен, что это будет. Ты чё? Что? Лёха, ягать! Что? Нахер ты меня пугаешь так-то? Ты слышал? Я слышал, как она орала. Как это? Ну-ка. Лёха, иди нахер! Ягать, ребят! Ладно, давай, Ванчил. Тут и так ещё к тому же ночь, блин. Ядрить. Грена. Трассеры. Кидаю грену. Игорюнь. Давай. Минус. Блядь, грена на грена. Меня. Так куда ты в меня грену кидаешь, Лёша? Я... Пиздец. Меня убили тоже. Грены. Я не в тебя кидал, и дальше она должна была пролететь. Нет, она упала возле моей головы. Серьезно? Ну все, короче, это фейлы. Все. Дайте я пересмотрю этот момент. Грена же нормально полетела. Вот это бросок. Отморозки, говорит. Ега. Ёб твою мать. Я весь красный. Вышел, называют. Смотри в двери, Лёха, я железо слышал. Угу. Мне надо отхиляться. Блять, убегай, я не ту кнопку нажал. Я, сука, не могу убежать, блядь. Без ноги. Так встань, сука. Да без ноги. А-а-а. Понимаешь? Ты красава. Ты в дверь просто кинул, говорит. Один слева, один справа. Ой. Ёб твою мать. Твою мать, блять, а? Я видел. Как так, нахер? Игаш. Это жестко было. Они уже здесь. Ага. Еще есть один. Еще один. Два. Еще один. Ты еще где? Там же, стреляй, Лёха! Я прикрыл тебя? Фух, красавчик, он просто там появился. О, еще один справа, Игорюнь. Давай. Ой, трое, блядь, уходи, грену кидаю. Отходи, минус рука. Там трое было. О, май. Я еще как свинья заорал. Ой, трое, блядь, уходи. Откуда так много? Еще есть? Знаешь, как проверим? Нет. Вот так вот, стой. Никого. Оп. Слепуха, нормас. Давай еще. Что ж ты творишь? Оп, блядь. Нормально все. Правильно, Игорюнь вообще убежал вообще отсюда. Нахрен. Да ну нахер. Что-то они все какие-то дрищавы. Ого, как он лежит. Ты как будто его попец сзади. Окей, я, пожалуй, отойду. Я смог запрыгнуть без разбежки. То есть я просто шел и прыгнул. Просто шел и прыгнул. Найс. Теперь надо... Закончилось. Теперь надо не упасть. Ой, ебать, о, господи. Где? Да, решал. Где-то слева. Ой. У него, походу, пулемет. Игорюнь, ты где? Возле синего контейнера. Понял. Подбитый. А, вижу. Грену сейчас. Больно. Вань, тебе ебашь тут, ты умрешь сейчас. Не попадает. В смысле? Как ты не попадает? Я сейчас умру. В притыке! В притыке здесь, лежит за машиной. Я умираю. Ягать, почти убил. А, черт. Лёха, он очень близко, он я очень весь притыке. Черный, блядь. Убил его? Нет, он опять лёг. Грена! Лёха!
Я прям на тебя трупом упал. Вы живые? Нет. Нет, что за пизда просто, я не знаю. Я вообще ничего не сделал. Кто смотрел «Русалочку» от DC? Стой, смотри. Чего, блин? «Русалочку» от DC, в смысле, там, супергерой, русалка или что? Я не понял вообще. Может, он так «Аквамена» обозвал? Единственную «Русалочку», которую я смотрел, это были «Сладкие плавнички моей малышки». Вот так назывался фильм этот, понимаешь? Так, открываю форчку, у меня начинает гореть. Представляем вам ролик, изображающий самку снежного человека с детенышем. Запись была сделана еще в сентябре позапрошлого года. Однако автор более 2 лет считал, что нечаянно утерял ее при форматировании жесткого диска. Буквально на днях он просматривал содержимое своего старого компьютера и неожиданно наткнулся на копию файла.